Зустріч Сі Цзіньпіня і Джо Байдена будемо говорити далі. Я рада доєднати ще одного гостя до нашого етеру. Це Юрій Рашкін, політичний і громадський діяч зі Сполучених Штатів Америки. Добрий вечір, Юрій. Дякую, що ви доєднуєтесь до ефіру. Спасибо за приглашення. Слава Україні! Героям слава. Ну, я впевнена, що ви також дуже стежите за тим, що відбувається зараз у Сан-Франциско, як готується. Я так розумію, не розпочалася ще офіційна зустріч Сі Цзіньпіня і Джо Байдена. А в досить такому цікавому місці вони будуть мати зустріч. Ми зараз розповідали глядачам, що цей замок давно побудований, в ньому багато голівудських фільмів знімались. Ну, така атмосфера цієї зустрічі, видається, має бути досить непоганою. Але зустріч дійсно історична. Вперше за рік, після того, як була зустріч на Балі, два лідери зустрінуться. Особисто ви чого очікуєте від цієї зустрічі, коли загально охарактеризувати її? Знаєте, ми оказались обратно в мірі, в якому встречі типу того, що произошло між Рейганом в Рік'я і Рейганом і Горбачовим, коли вони встретились там в Рік'явіки, або встречі, вот у нас вспоминают Никсона, когда он поехал в Китай в 72-м году, и как это было невероятно важно. И вот что мы почему-то каким-то образом оказались опять в той же ситуации, когда вместо того, чтобы, знаете, ведь мы не встречаемся с французами и говорим, а мы опять встретились с Францией. Нет, мы просто сели в самолет и поехали, полетели. Обсуждаем как бы более другие, но другие проблемы, которые должны обсуждать партнеры, союзники и так далее. А с Китаем мы сейчас перешли на уровень от таких символических жестов, что с одной стороны это как бы такая первая стадия, но отталкивание от дна. Это как бы говорит, что мы не пробиваем новое дно, а что мы потихоньку начинаем карабкаться наверх. Понимаете, когда в китайской прессе вспоминают про 50 лет, с тех пор, как приехал к ним оркестр из Филадельфии, ну это же просто веселый сталинизм, но тем не менее. Значит, сейчас мы говорим о том, что у нас, знаете, нужно просто нормализовать отношения с Китаем. Это вот до чего мы скатились за последние 5, наверное, 5-6 лет в наших отношениях с Китаем. Потому что у меня совсем недавно в классе были китайцы, студенты, которые приезжали из Китая, и они учились здесь, им нравилось. А потом ситуация изменилась, а потом COVID, и потом мы опять начинаем почти с нуля. Поэтому ожидания здесь очень низкие. Возможно, будут новые панды для американских зоопарков. Возможно, будут какие-то соглашения по поводу фентанила. Но надежды тут на самом деле очень мало, потому что Китай реально поставляет наркотики в Соединенные Штаты. Трамп говорил об этом с Си Цзиньпином в 2018 году. Си сказал, да, конечно, они там договорились. И ничего, представьте себе, Китай по этому поводу не сделал. Так что я вижу здесь смысл таких договоренностей о наркотиках, признанием того, что Китай понимает, что они играют здесь определенную роль, при этом они будут улыбаться и ничего не делать. Но они могут повлиять на Иран, они могут повлиять на разные страны. Поэтому будет разговор о том, чтобы так же, как Блинкен говорит, мы ни слова об Украине без Украины, но мы будем говорить со всеми о том, как помочь Украине. В этом смысле тоже будут разговоры с Китаем о том, как помочь Украине, в смысле надавить на Россию, надавить на Иран. Вообще считают, что Китай может даже больше надавить на Иран. Посмотрим, что получится. А пока что все идет такая высокохореографный такой танец. Ну, цікаво, тому що, ну, так видається, що ці два лідери мали би говорити про світопорядок, в принципі, про те, як його втримати, враховуючи, що відбувається на різних континентах і як спалахують оці війни. Хочеться дуже, звичайно, щоб цей контакт все-таки був налагоджений. Але коли говорити про настрій, в принципі, цих двосторонніх відносин, чи не здається вам, що він все-таки менш різкий, аніж, до прикладу, цей градус був після того, як Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, та? І після того, яка напруга була тоді. Треба сказати, що вже опісля тієї зустрічі неодноразово у Вашингтон приїжджали високопоставлені чиновники з Китаю безпосередньо. Ван Ї зовсім нещодавно був у Вашингтоні, людина зовсім не остання у Китаї. Очевидно, він приїжджав з метою підготувати саме у цю зустріч. Але якщо настрої не такі різкі, то ставки, очевидно, набагато вищі зараз у контексті геополітичному всього, що відбувається, так? Що можна сказати, в принципі, про все тло, яке є навколо цієї зустрічі? Так завершила Ненсі Пелосі, коли вона з'їздила, злітала в Тайвань, і, ну, війна так і не почалась з тих пор. Як би, признаємо, Тайвань продовжує
так сказать, являться не частью официальной с Китаем, в общем, не присоединен обратно. А с другой стороны, надо понимать, что коалиция — это центральная тема администрации Байдена. Мы находим проблему, и мы собираем коалицию, как это решать. Это, опять же, присутствие Си в Калифорнии очень важно еще и потому, что там много просто китайцев, там китайское население, при этом там много китайцев, которые из Гонконга. Поэтому это не, я не знаю, насколько это дружелюбные китайцы к Си, они могут быть очень даже недружелюбные. Плюс он не ожидает того, что с ним будет разговаривать, ему будут кричать, вопросы задавать, он не привык к этому Си. А разговоры и коммуникации очень важны не просто потому, что, как бы так сказать, дипломатии, а еще вы абсолютно правы в том смысле, что на военном уровне коммуникации очень важны. У нас сейчас были прерваны военные связи, и мы слышали уже несколько месяцев, это не новая тема, о том, что наши военные пытаются связаться и поговорить с китайскими военными, а там трубку не берут. И вот поэтому сейчас эта встреча и начать обмен и общение. Например, недавно, что считается хорошим знаком, было общение между американскими военными и китайскими военными по поводу того, чтобы найти как бы тела погибших, кажется, американцев или как бы так сказать, но не то, чтобы они обсуждали будущие планы и мировую безопасность, а говорили о том, что как бы прошлое, значит, погибших вернуть. То есть какой-то прогресс есть, но он минимальный. Но, в принципе, у них просто разный подход, потому что мы говорим о мире, это противостояние между, скажем, Китаем или Соединенными Штатами. Сейчас Китай как бы взял место России, но они играют ту же самую роль, потому что Америка продолжала представлять демократии в этом состязании. А Китай сейчас занял позицию России и хочет играть главного авторитарного лидера. Второй Ялты, третий Ялты ничего не будет. Но всегда будет давление туда-обратно, потому что это такой гибридный мир, в котором мы живем, в котором диктатуры будут пытаться захватить власть через экстремистов, а люди будут пытаться удержать власть через демократию. Юрій, скажіть, ну, але коли говорити про те, що хоче привести в Китай Сі Цзіньпінь після цієї зустрічі, непроста економічна ситуація у нього в країні, борги, в принципі, претендує на лідера в світі, не те, щоб в регіоні. В чому зацікавлений Сі у зустрічі з Байденом зараз? Ми поговоримо про те, в чому Байден, тут ясно, там вибори, і, в принципі, потрібно налагодити цей контакт. А, в принципі, Сі, чего хочет зараз від Америки? Я не согласен, что это имеет какое-то отношение к американским выборам. Никакого. Это никак не поможет, не навредит Байдену. Это просто не та тема, которая имеет отношение к избирательной политике. А то, что Си привезет обратно, я не знаю. Я думаю, тот факт, что мы говорим про него, что Китай сейчас занял место России на мировой арене, что теперь встречается не с Путиным, встречается с Си, я думаю, что это главное, что он может привести туда-обратно, потому что, когда выясняется, что дело доходит до договоров, китайцы их не выполняют так, как их русские не выполняли. Поэтому в каком-то смысле мы понимаем, что мы находимся в очень напряженной ситуации, и нам просто нужно купить время в каком-то смысле, потому что мы видим, что сейчас Китай вооружается, но при этом Украине нужно оружие, Израилю нужно оружие, и нам самим нужно оружие. Потому что война с Китаем и военные действия с Китаем не как бы перестали быть, они не исчезли. Вот это давление, оно продолжает существовать. Но просто потому, что мы от него оттолкнулись, не пропало. Просто это нам покупает дополнительное время, которое можно, каждый может использовать в своих целях. А то, что, возможно, Америка из этого получит... Если мы получим, видимо, каких-то панд из этого, то тогда можно считать, что с точки зрения Китая они довольны поездкой. А если мы новых панд не получим, то значит, видимо, они разъехались недовольными. А с точки зрения политики, Трамп давил Китай, бил по Китаю санкциями, которые при этом били по нашим покупателям и нашим кошелькам. И все равно он проиграл выборы абсолютно не из-за того, что произошло с Китаем. Это просто не связано. Американские рынки засилены сегодня китайскими товарами? Да, они, но у нас, значит, такая тут идея. С одной стороны, есть желание, то, что называется декаплинг, когда берешь пару и их, значит, разделяешь эту пару.
И вот мы сейчас проходим такой декаплинг от Китая, когда все больше заводов, производителей, все возвращается обратно. И это есть для этого и политические, и экономические причины. И государство пытается привлечь людей обратно, и люди сами видят, что быть в Китае – это не особенно хорошая идея. Поэтому это происходит, с одной стороны, разделение. А с другой стороны, что сейчас говорит администрация Байдена, они хотят дериск, как бы уменьшить риск общения с Китаем. Они говорят, что давайте соревноваться на экономическом уровне, давайте соревноваться, мы готовы соревноваться, мы Америка. Но воевать не надо. Поэтому, с одной стороны, мы как бы пытаемся договориться, а с другой стороны, покупаем себе время подготовиться к тому, что может быть. Ну, дивіться, Юрію, я все-таки хочу зачепитися за те, наскільки тема відносин з Китаю, чи, скажімо, китайська політика, вона присутня у передвиборчих програмах президентських виборів, які насуваються в Америці, наскільки на цій темі можуть грати політики, як опозиція до Байдена, власне, так і самі демократи. Ми зустріли, принаймні, на шпальтах і наших ЗМІ таку статистику, таке опитування, що 78% американців вважають, що уникнути війни з Китаєм – дуже важливо. 78%, ну, достатньо серйозний показник. Тому чи не будуть на цьому грати на виборах? Чи буде ця тема десь у топі якихось передвиборчих обіцянок, коли говорити про внутрішні американські проблеми, американо-китайські відносини? Єдиний варіант, при якому Китай може повлияти на... Ну, два варіанти. Два варіанти, як Китай може повлияти на вибори. Либо, якщо один виясниться, що вони корумпірувані, как, не корумпірувані, а що Китай намагається вложити гроші в наші вибори. От зараз у проблеми у мера Нью-Йорка, тому що вияснилось, що він працює, видимо, на Турцію. І вони йому дали там гігантське кількість грошей, і вияснилось, що цей людина, насправді, ну, зараз відбувається следствие, но выглядит все очень плохо для мэра Нью-Йорка. И когда с ним перестал разговаривать президент Соединенных Штатов, мы-то думали, что это из-за того, что у них проблемы о том, как Нью-Йорк решает проблемы иммиграции. А сейчас мы понимаем, что, видимо, президенту сказали, что мэром Нью-Йорка уже лучше не говорить. Он такой стал токсичный, его как бы близко не подпускают. А еще Китай может повлиять на политику, если они действительно устроят войну. Если они устроят вторжение Тайваня, то вот это может повлиять на нашу политику в том смысле, что мы видим, как негативно и под вопросом ставят, ну, неоднозначно реагируют американцы, когда президент использует нашу военную силу. А тут надо будет задействовать нашу военную силу. Надо будет, это будет стоить денег, это будет стоить жизней. И вот этот вариант может разыграться и повлиять каким-то образом на политику Соединенных Штатов. Но есть украинский вариант, а есть израильский вариант. Потому что когда мы видим, что агрессор нападает на страну, которая с трудом защищается, которой нужна вся помощь от всего мира, которая может помочь демократии выстоять, и вот все то, что мы увидели, вот этот процесс с Украиной, это одна реакция, когда люди будут поддерживать Украину и так далее. А когда мы видим Израиль, который намного сильнее именно тех, с кем он сражается, и, ну, не выглядит слабым никаким образом, то реакция американцев слегка другая, я бы сказал. Поэтому что будет происходить с Тайванем, ну, как бы трудно до конца предсказать, но я думаю, что это будет ближе к украинскому варианту. А скажіть, наскільки, в принципі, у американців на вустах Тайвань і проблематика Тайваню? Тобто, коли порівнювати з українським питанням, вже і з ізраїльським, і, в принципі, з тим, що на Близькому Сході, Тайвань турбує американців? Да нет. Ви знаєте, нас це все, нас більше хвилює наша южна границя, нас хвилює те, що зараз вийшов репорт, інфляція остановилась. Значит, больше не будет повышения ставок Центрального банка, значит, экономика. Или нас волнует то, что мы видим ужасные кадры кинохроники из Израиля и из Газы. И вот это нас волнует. Или то, что происходит даже с Украиной, потому что у нас сейчас там незаконченный проект. Мы начали, мы работали, мы помогаем, мы ввязались, мы поддерживаем, а потом у нас вдруг что, деньги кончились? Сумасшедшая ситуация. Это, я думаю, больше людей сейчас волнует в Соединенных Штатах, чем что произойдет точно с Китаем, точно с Тайванем на данный момент, просто потому что у нас слегка кризисное мышление, которое формируется благодаря новостям.
Потому что мы говорим о том, что кризис сейчас, а то, что кризис может быть завтра, послезавтра, через 5 лет, у нас уже силы иногда не хватает об этом думать. Поэтому о Тайване и о Китае думают профессионалы, у которых работа такая в Пентагоне, в Госдепартаменте, в Белом доме. А у избирателей у нас просто слегка другие проблемы. Як за вашими оцінками, чого нам, українцям, очікувати від зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіня? Ми, чесно кажучи, десь розраховуємо безумовно про те, що буде обговорено українське питання в контексті того, як Сі може натиснути, скажімо, на Путіна. Не є це панацеєю, ця зустріч, ми розуміємо, це прекрасно, воювати нам і воювати з нашим ворогом, але от як вам видається, чи може Байден... Ну, десь переконати Сі втрутитися більше у цю війну в контексті сторони України. Да, ну, ви абсолютно справедливі. Понимаете, надежда тут на то, что можно... Раньше мы думали о том, чтобы взять и оттянуть Россию от Китая. Потому что мы думали, что Россию, ну, как бы, зачем им попадать, ложиться под Китай? У Китая совсем другая культура, другие приоритеты, другие интересы. А давайте, если Россия — это европейская страна, ну так давайте как бы их поможем к себе оттянуть. И более того, кандидат в президенты от республиканской партии, один из кандидатов, Вивек Рамасвами, как раз очень активно поддерживает эту идею до сих пор. Просто вот на днях он высказал, что нужно ближе как бы оттянуть Россию от Китая. Но, с другой стороны, реально мы видим, что мы оттягиваем Китай от России. И то, что сейчас у нас в гостях китаец, а не россиянин, то, что мы с вами обсуждаем Китай, а не Россию, это говорит о слабости России. Это говорит о том, насколько с Россией не считаются, как бы вот это такая проблема, которую здесь приличные люди пытаются решить, что делать с этой Россией. И в каком-то смысле я уверен, что дискуссия о России будет намного больше, чем... об Украине, потому что, конечно, Китай имеет большое влияние, и я уверен, что, как я уже сказал про фентанил, договорами мы видим, Китай не свяжешь. Но если они чувствуют, что они теряют наш бизнес, что это как бы грозит им плохими последствиями, а у них в это время свои собственные, так сказать, демографические проблемы, экономические проблемы, то есть, есть шанс, что они решат, что лучше быть с Америкой. Это, кстати, ведь там же сейчас происходит встреча стран регионов, и это опять же то, что делает Байден. Он строит коалиции, он хочет оттянуть все эти страны к себе, в Соединенные Штаты, и таким образом оттянуть их от Путина, оттянуть их от Китая. Тут, смотрите, и Китай пришел. Так что просто все в гости к Соединенным Штатам. Какой Путин? Кто Путин? А помогать Украине сейчас, давайте все-таки поговорим об этом секундочку, потому что это очень важно. Сейчас в Сенате, и это законопроект, который действительно отвечает нуждам и запросам администрации, потому что это дает те деньги, про которые мы почти забыли. Буквально на днях выступил Джейк Салливан и сказал, что время истекает, мы должны срочно давать дополнительные фонды Украине. Мы видим, что президент как бы выпрыгивает из кожи, чтобы помочь больше, но у него остаются сотни миллионов на новый пакет помощи вместо миллиардов, которые мы видели до этого. Поэтому сейчас Сенат взял инициативу в свои руки и работает над этим проектом, который, я думаю, вот и должен сыграть очень важную роль, потому что нам нужно действительно срочно помогать Украине. Это очень-очень важно.